остановлена в другом месте. Изначально здесь может повернуть исход раунда, забрал красного, полетел! Ой-ой-ой-ой! Невероятный урон! Смокер! Джаггл! Loopbet made for live betting. В очередной раз я рад поприветствовать всех любителей Доты и Доки в целом. Flame Cup начинает транслировать матч. Команда Just Game против Admiral Dota. Первая карта ушла в пользу непосредственно адмиралов. Все-таки в их никнейме. Ну, точнее, в клан-теге команды есть Dota название игры, поэтому оно приносит им удачу. По банам, что у нас такого интересного? Storm Spirit, Undying, Necro, Wisp от команды Just Gaming. В свою очередь, Адмирал забанили Трента, Тини, Винтер, Виверну, Спектру, Зевса. Вивер тоже в бане от Just Gaming. Есть Drow Ranger, Ogre Mag у команды Адмирал Dota. У Just Gaming всего Мирана и Vengeful Spirit. Пока, конечно, два первых пика интересны у команды Admiral Dota. Намек на то, что игра будет быстрой, нам это все понятно. Bounty Hunter, воу-воу-воу. Здесь был бы Витюша, Wicked Six. Сейчас начал бы кричать Bounty Hunter. Ну, после чего была немного не то, что можно было бы освещать на столь великую публику. Ну, БХ, части, контридровку, все время может находиться в невидимости и забирать у нее необходимую ей ловкость. И Адмирал Дота берет Нейчер с профитом. Вот это хорошо уже. Понятно, что команда Адмирал Дота нацелена на то, чтобы закончить игру до 20 минуты. Я думаю, что у них при должном фарме, хорошем начале игры, все получится. Команда всегда нам показывает хороший результат. И Just Gaming. Just Gaming, четвертый пик за ними. Что же это будет? Будет ли это герой на легкую линию? Либо оффлейнер по типу Кентавра, Тритхантера. Или что-то такого. Пак. Пока просто пак. Пойдет в оффлейн вместе с Vengeful Spirit, насколько я понимаю. Либо с Баунти Хантером. А Вингас, Мираны будет стоять на легкой линии. Где получат, скорее всего, Нейчес Профита и персонажа, которого они сейчас заберут на четвертый пик. Будет ли это какая-то, не знаю, Dark Willow? К сожалению, Гримстоука еще нет в C-моде. Но он у нас появится, я думаю, после патча, который выйдет. Надеюсь, что скоро. Но по тому, что мы знаем, по информации, которую нам давали сотрудники Valve, что патч 7.19D был последним патчем до самого грандиозного обновления Доты. Как бы и сказали, что получается патч выйдет в конце ноября, поскольку еще в середине ноября будет Куала-Лумпур Мейджор. Во время мейджора или до его начала патч вводить как-то не хочется. Феникс и Брудмазер в последних банах коллективов Адмирал Дота сейчас будет думать над выбором своего последнего персонажа. Герой, который отправится вместе с Nature's Profit на сложную линию. У команды Just Gaming все попроще. Им осталось добрать либо героя в центр, либо на легкую линию. Интересно, что будет сейчас с ластпиком для Admiral Dota. Будут ли они добирать, не знаю, что-то агрессивное по типу той же Dark Willow. Я просто пугна. О, ну, пугна. Куда более агрессивнее. А здесь лайфстиллер от Just Gaming. Интересно, как вообще, чем будет лайфстиллер здесь противостоять такому драфту, который мы видим у команды Admiral Dota, а именно Ogre Mag, Drow Ranger, Nature's Profit, Invoker, пугна. Я просто в замешательстве. Лайфстиллер есть и сможет набрать быстрый фарм, но против пугны и Nature's Profit'а два персонажа рейнджового боя, плюс Nature's Profit будет иметь пеньков. Как бы проблемы могут быть у нас у лайфстиллера.
Так, давайте быстренько пробежимся за и узнаем, кто будет играть на каком персонаже. По будет играть на Миране, Стэткэм за Vengeful Spirit, Bounty Hunter играет на нем Венж, XX за Пака и Майбуби за Лайфстилер. А с другой стороны, Адмирал Дота, Буми на Огрмаге, Джар-Джар, Джов Рейнджер, Рейор на Нейчерс Профите, Джеймси на Инвокере, Бокерину на Пугне. Никаких пауз не стоит. Будем ждать еще немного времени, дабы наш матч уже полноценно начался. Мне еще нужно выставить несколько конфигов, дабы обсер ведь было, дабы весь обсер выглядел красивее. Но тем, кто не знает, у нас есть англоязычная студия Zir, нижнее подчеркивание N. Заходите. Там ребята тоже стараются. Можете заходить, даже писать им там, не знаю, hello from Russian cast. Я думаю, им будет приятно. Ну а пока небольшая рекламная пауза, после чего начнем. Установлено в другом месте. Изначально здесь может повернуть исход раунда, забрал. Приступаем к просмотру игры команды Juice Gaming против Admiral Dota. Стадия драфта закончилась. Теперь осталось узнать, кто же в этом противостоянии окажется победителем. И на какой ноте закончится вообще эта серия? На грустной со счетом 2-0 для команды Juice Gaming, либо на положительной со счетом 1-0. Точнее, 1-1, прошу прощения. Первая карта ушла в копилку Admiral Dota. Непосредственно первую карту они сумели задоминировать. По драфту они были прям очень хороши. Инвокер уже ставит в центре варды. Bounty Hunter. Так, тут погоня за пеньком. Пенек погибает. При этом отдает 20 золотых монет для Bounty Hunter. Мне кажется, сейчас такая ситуация, что Bounty Hunter впервые, да и, наверное, последний раз на карте с двумя крипами добитыми. Этого мы больше не увидим. Хотя, а вдруг БХ соберет себе Battle Fury, не знаю, Сашу Яшу, Дезолятор, Апиру. Будет фармить все на свете, плюс талант на 25 опыта есть. 50 скорости атаки можно взять, там уже и 125% критического урона. Блин, на 25-м таланте талант вкусный. Плюс 300 золота от трек. Интересно, как он сочетается, поскольку он дает себе 350 монет на последнем уровне прокачки, а союзникам 120. Интересно, вот эти 300 монет, они распространяются на полученное золото для союзников? Интересно. Надо будет потом посмотреть. Так, Bounty Hunter пока будет выполнять, насколько я понимаю, миссию полноценного роумера. Здесь Мирана находится в одиночестве гордом на сложной линии. Nature's Prophet стоит с Пугной против Vengeful Spirit и Lifestealer. Будет выход на Пугну, скорее всего. Да, Пугна здесь погибнет. Вот это уже стратегия первой доты. Прям я соскучился по такому выходу. Трипл лейн. Вот это настоящая дота, а не то, что ваша там 2-1-2. Это кому-то интересно. Миран с прокачанным липом. Ну, Дров Рейнджер, Фурион, Пугна, Инвокер. У них будет много урона от пассивной способности Дров Рейнджер. Хотя то. Хотя вообще ее ауру нельзя назвать пассивной, поскольку она может быть использованной. Плюс давать урон своим крипам. Благо не вражеский. Внизу тоже там продолжается потасовка. Погибает Лайфстиллер. Очень много урона физического вылетает по нему. Плюс Бласт сработал идеально. Букерино выбивает Хингселф. Лайфстиллер телепортируется сразу же вниз. Но Райор в свою очередь получает два удара от вышки. И уже не так красиво ему стоится. Инвокер в центре. Уже вот Bounty Hunter находится прямо-прямо возле инвокера. Неприятный инвокер теряет половину своего здоровья.
Ты в целом пак находит еще для себя руну регенерации, будет пополнять хп. Пак пока перефармливает в 2,5 раза инвокера. Но инвокер свое еще наберет. Вот к Миране уже смещается Vengeful Spirit. Стоят они против Огрмага. Будет ли стрела под стан Vengeful Spirit? Пока нет. Но на развороте можно пробить Vengeful Spirit неплохо. Здесь Огрмаг 2 уровня. Стэтхэм проседает. Стэтхэм последний удар пролетает от Дров Рейнджер, но при этом Буми сам отправится в таверку. Насколько я понимаю, стрела попадает под Дров Рейнджер. Да, погибает Огрмаг. Также можно еще и Дров Рейнджер забрать. Дров Рейнджер, живи, дружище. Хилинг Селф пока не использует, хотя, думаю, имело смысл. Погибает также Баунти Хантер в ответ. Боже, какая здесь баталия. И драка произошла на верхней линии. От коллективов показали они свои зубы, клыки и в целом свою агрессию друг другу. Nature's Profit. Он с появлением нормального уровня, по типу 6, 7 и, не знаю, например, Метеорхаммера или Орхида, тогда у команды Zeus Gaming будет прям катастрофические проблемы. Пока что Лайфстилера находит, но также здесь находится и Баунти Хантер. Баунти Хантер без Тоса, Райор пока что живет, нет Тоса, нечем сбить телепортацию, Райор просто улетает. На прокастованном с собой свитке телепортации страдает пока что Vengeful Spirit отправляется в таверну. Гермак пытается разменять Vengeful Spirit, но Vengeful Spirit быстрый персонаж, еще и на сантрайк она не попадает. Стэтхэм вроде как пытается выживать. Стэтхэм выжил, откинув стан вовремя по Гермагу. Гермак хотел убить двоих, но убил никого. Ну, как говорится, за двумя зайцами погонишься, никакого не поймаешь. О, перекрывает путь Райор Баунти Хантер, Бласт погибает. Бокирину оформляет еще одно убийство в копилку своей команды, Адмирал Ноты. Вот Пак может теоретически доставить никаких проблем команде Адмирал Дота, когда те будут находиться в пятером. Пак может отпушивать линии неплохо, плюс сплит-пуш еще никто не отменял. Ты в целом здесь ловить Пака может только Nature's Profit. Дров Рейнджер при помощи Сайленса. Ну, Инвокер, да, но все равно там Фейшифт плюс Illusion Orb будет работать просто идеально. Пак проседает, половину хп просто теряет просто так. Заберет ли Фаржа? Фаржа забирает крипы, но Пак, самое главное, что получил опыт. Погибает на верхней линии Огрмаг, забирает Vengeful Spirit его вместе с Баунти Хантером. Погибает в центре от Nature's Profit. Пак, вот это да. Ну, потерял, потратил, конечно, Illusion Orb. Иллюзорий Orb. И сразу же последовала телепортация от Nature's Profit. Грамотная игра от саппорта четвертой позиции команды Адмирал Дота. Огрмаг смещается вниз. Пол уже забирает в третий раз Дроу Рейнджер, погибает. Она неприятна. Дроу Рейнджер, у нее функция в игре примерно такова, что чем дольше ты живешь, тем больше даешь урона своим союзникам, тем больше импакта вносишь в игру. Рейдж ТП, Лайфстилер улетает. При этом заберет команда Адмирал Дота первую вышку на нижней линии в свою копилку. Вот так вот при помощи пугны плюс Nature's Profit вышки будут падать просто с катастрофической скоростью. Это только на руку команде Адмирал Дота, поскольку золото лишним никогда не бывает. Баунти Хантер погибает, при этом был по центре вардома вражеским обсервом. Ой-ой-ой, много урона летает по инвокеру. Инвокер погибает. Телепортацию кастует Nature's Profit, выживает вроде как. Пугна, ТП в центр. Можно убивать Vengeful Spirit. Да, Vengeful Spirit погибает. И Пак, в свою очередь, будет выживать. Пока неплохо. Здесь же нужно получить 6 уровень для Дров Рейнджер, чтобы она давала больше урона своим союзникам. Да и сама смогла более комфортно фармить. У Лайфстилера, конечно, крипстат 19 крипов, меньше, чем у его оффлейнера Мираны.
Так, врыв на Дров Рейнджер. Дров Рейнджер страдает. Дабл Старшторм. Мирана набирает превосходство, убив в четвертый раз. Дров Рейнджер. Еще и два ассиста она имеет в своем наличии. Имеет в наличии. Два ассиста в центре. Вряд ли инвокер погибнет. Пугна. Вот уже линза у нее есть. Это хорошо. Можно вышки пушить без особых раздумий. Хватит ли ей маны и рейндж каста. Баунти Хантер проседает. Нет дастов. Просто уходит из-под видимости сентри варда. Внизу выход на лавстилера. У лавстилера есть рейдж, есть ультимативная способность. Можно сесть в крипа. В того же пенька, не знаю. Ой, а он же сейчас пропадет. Он-то пропадает. И просто лайфдрейн плюс декрипфай работает по лавстилеру. Рейдж появится через 5 секунд. Не перекрывает путь. Санстрайк. Санстрайк попадает прямо в цель по Баунти Хантеру. Оу, точнее по лайфстилеру. И Найкс погибает, да, при этом 200 золотых монет инвокеру. Отлично сыграно. Сейчас же может команда Адмирал Дота продолжать набирать превосходство, пропушив Т2 вышку снизу, после чего отправляться на разрушение тевров по другим лайнам. Дров Рейнджер без 6 уровня пока не понимает, что под ней находится Баунти Хантера. Вот Баунти Хантер в свою очередь со своей командой вместе с Мираной Vengeful Spirit забирает у Кармага под вышкой. Мегакилл. Мегакилл для по намираниям. В центре в свою очередь погибает Пак. Непонятно, каким образом он сумел отправиться в таверну против инвокера. Кто его знает. Падает и два вышка. Дров Рейнджер. Ой, будет забирать. Ай-яй, не смог Баунти Хантер забрать крипа у дровки. Ну, вот так вот ее подхарасить, в принципе, неплохо, можно. Санец добрый кастует, но БХ отступает. Вот уже и вышка в центре понемногу проседает, половину хп она потеряет 100%, даже чуть больше. 950 хп вышка его потеряла. Нет тренд протектора, восстановить здоровье вышки невозможно. Блин, интересно, будет ли... А, погибает пока что инвокер. Там особых проблем для команды Zeus Gaming не составило его убить. Я думаю, что следующий патч принесет нам предмет, либо способность, который будет давать возможность построить вышку. Вот мне почему-то кажется, что этот предмет или способность будет на этой, в этой игре. Забирает курьера сил тьмы. Возможно, это был именно Баунти Хантер. Перспективно говорит после забранной Баунти руны. Огрмак побежал за Vengeful Spirit. Тут же и Дров Рейнджер находится рядом. Огрмак месяц. Дров Рейнджер заберут вингу. Ой-ой-ой, здесь еще и подцепили Баунти Хантера. Баунти Хантер предает дерево, но безрезультативно. Еще и вражеский обсервер вард находит. Пока все здорово у команды Адмирал Дота. Да, казалось бы, погибала Дров Рейнджер там 24. Вообще, что по... 4 раза погибала Дровка, 3 раза умер Огрмаг. Но все равно это не влияет никак на то, что они могут пушить. Причем пушить весьма эффективно падает. Очередная вышка, подцепили Огрмага. Огрмаг находится в дизейблах. Но вот его восстанавливают ему хп, но этого не хватит. Мирана Старшторм полетел, последний удар долетает тут. Баунти Хантера Санстрайк, Санстрайк мимо, не попадает по Миране, к сожалению. Она выбрала не ту траекторию, по которой нужно было идти, дабы инвокер забрал это убийство. Под Дров Рейнджер страдает, много урона магического влетает тут Пака. Пак сам уходит, вроде как выживать должен. Да, Лайфдрейн еще, конечно, использовала Пугна. Но на Пугну здесь решается выход. Стрела, Старшторм по Дров Рейнджер. Бежит дальше Мирана пытается забрать. Ай-яй-яй, погибает Дров Рейнджер. Как же не повезло и в этом моменте. Также и Пугна была убита. Угрмаг на Пака. Пак здесь должен выживать. Стрела не попадает, к сожалению, по Угрмагу. Мирана пыталась, но не вышло. 10 интеллекта берет Пак. Кстати, вот интересно, что Пак берет талант на 10 уровне. Ведь
метод такова на паке, на плейстайл пака таков, что пока ты не прокачаешь полностью свои способности, ты не будешь брать таланты ультимейт в двоечку. Паку крайне необходимо здесь иметь Winning Rift. Ну хотя имеет смысл, поскольку он Blink Dagger особо не рашит, он хочет выйти в Юл. Поэтому имеет смысл взять себе 10 интеллекта на таланте. Причем на 10 уровне сразу же. Вот та самая знаменитая стратегия 2016 года. Лайфстиллер плюс один герой, который смог бы быстро и незаметно перемещаться по карте. Например, в этой игре это Bounty Hunter. Потом потенциально он будет влазить в пак, как только у того появится хотя бы одна-две шмотки. Будет неплохо. Инвокер уже с Мидасом Boots of Travel. Инвокер по фарму все отлично. Первая строчка за ним. И вряд ли его кто-то сможет остановить. Да, два раза инвокер погибал, но это не критично. Т1 выше больше нет. Внизу нет даже Т2 Тауэра у команды. Zeus Gaming. Мирана фармит. Но вот сможет ли одна Мирана сопоставить всю свою мощь команде Адмирал Дота? Это тоже интересно, поскольку Лайфстиллер пока очень-очень сильно пострадал. На стадии лейнинга у него золота крайне мало. Даже Дроу Рейнджер его опережает по фарму. Неужели Дроу Рейнджер хочет забирать Рошана? Пинки были использованы от Nature's Prophet, заметили пака. И все-таки да, это выход на Рошана. Ой, ну как-то не собрано пока что действует команда Адмирал Дота. Имеет смысл протанковать. Ой, ну под клэп подставляться вот так вот не нужно. Ведь если команда Zeus Gaming решит подраться, то пак здесь уничтожит всю команду Адмирал Доты. Огрмак получает трек по себе. В Рошана залетает стрела, у Рошана половина хп. Дымкоил просто по четверым. Огрмак выходит, получая стан. Санстрайк попадает по паку. Пак страдает, у пака меньше половины здоровья. Мирана выпрыгивает из спрутов Nature's Prophet. Все находятся по треками. По каждому пролетел тос. Дроу Рейнджер в сейве понемногу, помаленьку погибает. Разве что от задув... от твоего террора. Vengeful Spirit. Господи, вот это, конечно, максимально непонятно для меня драка. Только что происходила. Непонятный заход на Рошану. На Рошана со стороны Адмирал Доты. Ну, вообще не то, что я от них ожидал. Инвокер 12 уровня. Вот уже и Point Booster появляется. Будет выходить в Аганим. Лайфстиллер забирает руну Баунти. Руну Богатства. Лайфстиллер. Лайфстиллеру нужно нажимать Ratchet Out. Сбивать телепортацию нечем. И не попадает Санстрайк. Вот если был бы Санстрайк на базу, где-то сюда, по Лайфстиллеру, были бы все шансы забрать этого керри и героя команды Zeus Gaming. Ну вот Рошан. Рошан уже восстановил свое здоровье. У него регенерация неплохая. 20 хп в секунду. Бог Керину на пугне выходит в приобретение Лин. Приобретение Айон Диска. Неплохой предмет, с учетом того, что Zeus Gaming могут его быстро убивать. Пока что Буми поцелила пугна. Но Буми отправится в таверну. Хотя спадает с него Open Vault. И пытается убегать у Гермак. При этом погибает инвокер в размен на Bounty Hunter. Есть двойной урон на верхней руне. Может какую-то стрелу кого-то убить. Так, тут подцепили пака. Пак использует Decreepify на себя. Но здесь просто уничтожает команду Адмирал Дота. Хотя подходит Дроу Рейнджер, погибает Nature's Prophet и пугна. Дроу Рейнджер находится одна вместе с Огрмагом, этого не хватит. Погибает уже 5 персонажей Адмирал Дота. Team Vibe. Уничтожение команды Адмирал Дота. 2000 для себя получила Zeus Gaming. Выжил пак вместе с Вингой. Пак уже с Даггером. Все-таки без Юла играет. Здорово, коллапс, что-то происходит. Турнир Flame Cup. Команда Zeus Gaming против Адмирал Дота. Best of 2. Последняя карта на сегодняшний день.
уж очень много азиатской доты мы сегодня посмотрели. Это восьмая карта с 8 утра. По шансам, что может сказать, то, как дерется Адмирал Дота, ни в какие ворота не лезет. Поэтому думаю, что рано или поздно здесь гейминга хватит. Захватит должную часть территории команды Адмирал Дота, запушит много вышек и заберет карту. Это для себя, при этом отправив счет серии в 1-1. Телепортация на Баунти Хантера. Баунти Хантера подцепили. У БХ есть трек. БХ взорвется. Ух, как же много урона у Санстрайка по нему влетело. Сводка смерти. 439 урона нанес Санстрайк. Мирана кастует Мунлайт Шаттл. Это сразу же понимает команда Адмирал Дота, поскольку пак вместе с Вэнш Фулл Спирит появились на верхней линии. Внизу Мирана фокусирует свой взгляд на Nature's Profit. Nature's Profit можно забрать, тем более это убийство было по трекам. Мирану подцепят ли, Декрипфай накидывают. Ну, Мирана заканчивается липой, телепортация 10 секунд КД. Да, тут просто уничтожат ее. Плюс очередное убийство при помощи Санстрайка для Инвокера. Инвокер ликует, поскольку до гонима ему остается всего 850 золотых монет. При помощи Метеора он так подфармливает и отпушивает верхнюю линию. Дроу Рейнджер не попадает гастом по паку. Да, паку здесь юл необходим, ведь нужно сбрасывать негативные эффекты, такие как Silence, Decreepify, всякие, не знаю, прокасты Инвокера. Инвокера цепанули вверху, летит к нему на помощь. Ой-ой-ой-ой-ой, все-таки Пугна спасает своего мидера и можно забрать в ответ. Вэнч Фулл Спирит еще и подставляется, Баунти Хантер под гаст. Будет ли какое-то продолжение, если даст Тисен 3? Нет, пак запрыгивает по троим, дает Сайленс, плюс на арбе улетает. Санстрайк не попадает по Баунти Хантеру, Баунти Хантера. Ай-яй-яй, спруты, спруты, где же вы? Пока спрутов нет, Баунти Хантер, Баунти Хантер выживает, да господи, что боже мой. Что за вакханалия происходит? Подцепили Мирану, Мирана погибает. Много урона по ним летали. Влетело, плюс был Сайленс. Ой-ой-ой, ну вот теперь Ластилер страдает. Вылазит сразу из пеньков. Ой-ой-ой, Санстрайк не попадает. Армлетом играет пока что Ластилер. Ну, будет погибать в любом случае. Ну вот сейчас все-таки Адмирал Дота сумела показать всю свою мощь. Хладнокровие, убив персонажи команды Juice Gaming, таких как Мирана и Лайфстиллер, подцепили Баунти Хантера. О нет, ну опять, не опять не хватает. Совсем немного. Че, чатик мертвый? Да все просто наслаждаются матчем. На самом деле. Блин, я, честно говоря, уже даже боюсь предикшн давать. Вот, сначала я болел, ну, дал предикшн на команду Адмирал Дота. Потом что-то как-то их начали топить, убивать. Ну и вот они постепенно начинают возвращаться. Должны забирать Инвокера. Инвокер погибает. Ну да, задействие Dream Coil под треком Bounty Hunter. Любого персонажа команды Адмирал Дота можно забирать. Дроу Рейнджер при этом 13 уровня. Shadow Blade появится совсем скоро. Буквально через секунд 30. Ну как? Как у Зевсов на корах БКБ появятся, минус Адмирал будут. Тоже верно, но здесь много физического урона. Влетает также по Баунти Хантеру. Баунти Хантер вроде как переживает этот входящий по нему урон. Пак полетел дальше за Пугной. Дроп Рейнджер дерется с Лайфстиллером. Лайфстиллер погибает, так же как и Баунти Хантер. Куда же ты пошел? Думаете, смогут ли Зевс? Не знаю, то как они погибают, весьма печально смотрится. Ну вот Рошана нужно забирать Адмирал Доте. Санстрайк еще в Рошпит залетает. Но вообще есть Инвокер. Инвокер вряд ли должен проиграть такую игру. К тому же есть Дроу Рейнджер, которая 9000 золота имеет. Плюс Айеги забирает он для себя. Будет жить подольше.
Зевсы уже выиграли, как-то перетерпели пуш до 20 минуты. Ой, погибает Мирана. Словил КФ 3-5 на них. Лол. Ну не знаю, честно говоря, весьма рискованная ставка. Здесь до сих пор непонятно, кто кого-то победит. Кто выиграл первую карту? Первую карту выиграла команда Адмирал Дота. Ну вот у Дров Рейнджер еще и после приобретенного Шедо Блейда совсем скоро появится Хурикен Пайк. Инвокер забирает в одиночку Венчфул Спирит. У нее не было шансов вообще никаких на спасение. Напоминаю, что у нас есть задержка на стриме, поэтому все ваши сообщения чата я отвечаю, но вам нужно немного подождать. Подцепили ли? Нет, никого не подцепили. Четыреста человек, кто не отвечает, ну. Все наслаждаются матчем просто-напросто. На хайграунд уже пошли Адмирал Дота, Бласты плюс пеньки на чертовых-то работают. Чуть на Дров Рейнджер накидывают Алак и плюс Бладбласт. Как же быстро она справляется с вышкой, там, не знаю, тьма урона входящего. Так, Пак запрыгивает вместе с Лайфстиллером. У Дров Рейнджер есть Эгис, не забывайте, хотя ее даже так не убьют. Лайфстиллер отправляется в таверну. Пугна здесь творит колоссальное количество импакта. Пугна просто красавчик. Пак сзади пытается забрать как минимум Могермага. Получает стан, Юл, и думаю, Пак погибнет. Сайленс также был по нему использован. Тяжело. Тяжело команде Zeus Gaming. На этой карте Адмирал Дота все-таки сумела, казалось бы. Что там просто за нашествие этих мотоциклистов? Мне так нравится, как вы пишете, что Zeus Gaming победят. При этом я там уже вижу всю ситуацию на карте, что вверху нет бараков, смещается в центр Адмирал Дота, три персонажа в таверне у команды Zeus Gaming. И мне так кажется, что они проиграют. А Егис падает, ну это всего лишь Егис. Это не страшно, Nature's Prophet играет через Хекс, просто с первым артефактом, без Метеорхаммера, Воркидов. Просто Хекс. А в очередной раз Decreepify помогает своему союзнику. Просто идеально так. В крипасе Лайфстиллер сразу же из него вылазит. Ультимейт Миран появится через 30 секунд. А за это время можно убить всю команду Zeus Gaming. Погибает Лайфстиллер. Также отправляется в таверну вслед за ним и Пак. Да, теперь Адмирал Дота завладели максимальной доминацией. Плюс цепанули Баунти Хантера, Дасты попали. Да, Баунти Хантер тоже будет погибать. Эх, вот так незадача у команды Zeus Gaming. ГГ пишет пом, проигрывает эту карту. Zeus Gaming тем самым Адмирал Дота завоевывает для себя 2-0. Счет у нас в этой серии. Господи, как же это круто было. Сегодняшний игровой день подходит к концу. Поздравляем Адмирал Доту. 2-0.